и вывесим его между двух деревьев. Вот так вот оно висело, финны обозлились, пытались его сбить, но ничего не получалось. Речь идет о табличке с посланием от русских солдат. На ней воины написали всего несколько слов: «Победа будет за нами». Лозунг этот потом с дерева уберут, но сделают это советские воины. Это только один из многих экспонатов в Центральном музее Росгвардии. Его посетители – кадеты из Рязанской 38-й школы подшефного класса Росгвардии. Первый раз сюда приехали для того, чтобы ребята поближе познакомились с историей войск, поближе ознакомились с теми задачами, которые войска выполняют на сегодняшний день, какую роль они сыграли в истории нашего государства. Потому что до сегодняшнего дня все это рассказывалось, скажем так, только на словах. А сегодня у ребят появилась возможность воочию видеть исторические предметы, узнать о исторических личностях, которые внесли большой вклад в развитие войск. Знамена воинских частей, форма того времени, медали, ордена за освобождение городов. Ребята и девчонки слушают гида, затаив дыхание, а иногда и сами помогают экскурсоводам. Ну, то есть, для кемза патроны. И они были патроны, чтобы они были поделены. Патроны больше, а гильза Больше всего школьников привлекло оружие. От ножей до современных экспонатов. Через них ребята как будто проживают историю Великой Отечественной войны. Как бойцы берегли свою винтовку, как эта самая винтовка менялась и какой путь прошел с ней обычный солдат от Москвы до Берлина, а после перешли к оружию современному. Специальный автомат «Витязь» называется. Экскурсия закончилась просмотром фильма об испытаниях на право ношения крапового берета. Юношам и девушкам подшефного класса даже дали примерить защитную экипировку росгвардейцев. Теперь ребята надеются, если и не на посещение этого музея вновь, то на экскурсию по новому, еще неизвестному месту и новым знаниям, которые они получат. Валерий Седов, телекомпания «Город».